Короче, друзья, мы сейчас находимся на самой безбашенной вечеринке и в самом безбашенном клубе для всяких фриков. Тебя как звать? Олеся Сергеевна. Олеся. Можешь показать ногти? Короче, вот такие ногти прикольные. Меня они зацепили. Здесь отрывается вся безбашенная молодежь Ташкента. Там Крил, наш диджей. Короче, здесь бар. Это Никита. Очень хороший бармен. Алиса, она тоже с нами. Ну, а я здесь новый проект, короче, делаю. Что-то хардкорное будет, я так думаю. Вообще место вроде бы ничего, но как-то палевное. Особенно здесь палевные вон все чуваки в кепках. Вам, наверное, не видно, но это полный пиздец. Друзья, в следующую субботу, воскресенье в Беруме, надеюсь, увидимся. Сегодня ночью или завтра выложу обязательно весь плейлист свой. Также выложу свои новые альбомы. Ждите премьер. Это Алис. Ну и главное, это... Вот. Это Гося! Мы застали его. Короче, сегодня трансмиссия в СКК Санкт-Петербурга, А2 Арен. Фил, давай.